Всем привет! Канал Викринг. Голос сел, сил нет, но мы обнаружили в этой почти метровой яме супер-артефакт. Реальное золото, которое томило здесь веками. Мы сделали невозможное. Мы копали и думали, что мы не сможем докопать, что наши силы не дадут нам этого сделать. Но мы собрались, докопали. Смотрите, ребята, золотые монеты, неимоверные артефакты в чаше. Просто супер! Вы сейчас видите в прямом эфире, как я это потихонечку расчищаю. Как золото и золотые монеты не спеша появляются после векового забвения на свет. Да, многие из вас скажут, это же невозможно. Как вы такое находите? Мы говорим, систематичная работа. Работа в архивах, работа со старинными картами. Все это приносит неимоверные вот такие артефакты. Этот горшок полностью наполнен золотом. Вы только посмотрите сюда, как это круто. Это монеты, это другие украшения, которые мы нашли. И сегодня презентуем вам, наши любимые зрители Ютуба. Запомните, канал Викринг, это реально золото, золото, золото. Голос охрип, когда работали в проклятом лесу, когда доставали золотую корону короля. Но все равно мы идем и работаем ежедневно, каждый день для вас. Эта чаша, наполненная золотом, пусть ваша жизнь, ваша семья будет наполнена как этот просто грааль золотом, чтобы все у вас в жизни получалось. А мы для этого будем делать все. Мы для этого будем копать огромные ямы. Мы для этого будем склеивать вот эти вот разбитые кувшины, которые пролежали веками здесь, в этой степи. Мы будем все это обнаруживать для вас, чтобы вы получали неимоверное удовольствие. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все самые успешные люди получают от нас заряд этой немеренной энергии, золота, бриллиантов, сокровищ. Вот так мы делаем. Всякие неудачники ставят нам дизлайки. Наша церковь Святого Покаяния вас заочно прощает. Это ваше дело, к сожалению, многие из вас бесноваты. Поэтому, ребята, не забывайте. Колокольчик тут для вас там зашел, подписывается. В конце реклама, супер артефакт, золотая цепь рыцаря со смятым шлемом головой.